Тело новорожденной девочки обнаружили в мусорном контейнере в одном из дворов Темиртау. Как сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что днем ранее у жительницы Темиртау 80-го года рождения произошли преждевременные роды, после которых женщина выбросила плод на помойку. 23 ноября в 1 часу дня в городе Темиртау в мусорном контейнере у дома номер 44 6 микрорайона обнаружен плод ребенка женского пола. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что 22 ноября в вечернее время у 32-летней женщины произошли преждевременные роды, после чего утром она выбросила плод в мусорный контейнер. На сегодняшний день назначены все необходимые экспертизы, проводятся расследования. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».